чем у меня ассоциируется весна? С чем? С любовью. Есть такое. С влюбленностью. А, в общем, к чему я веду? На самом деле появилась большая, новая, чистая любовь, парфюмированный спрей для тела. Сразу хочется сказать Love Potion. Ну, почему любовь? Потому что Love Potion, понимаете? Сразу хочется сказать, что? Чем хороши парфюмированные спреи для тела? Вот ты после душа наносишь на себя парфюмированный спрей. А потом твоя нежная шелковая пижама пахнет сочным инжиром, лилией и с флером бархатной ванили. Представляете, как это классно! И твоя шелковистая наволочка. Когда мы спим на шелковой наволочке, у нас меньше морщинок. Ну, это такой, девочка, идеальная картина. Да, ты представляешь? И когда ты ложишься спать, от тебя такой сочный, приятный, вкусный, манящий. Слушать хочется. Да. Поэтому Love Potion, парфюмированный спрей, это про любовь, это про чувственность, про нас, женщин, про весну. Благоухайте, пахните приятнейшим образом, хотела сказать, но не скажу, но тем не менее. Пахните приятно, благоухайте и доставляйте удовольствие не только своим окружающим, но и себе, для себя вот это. Парфюмированный спрей must have, ну, мой любимый must have. Абсолютно must-have. На самом деле у нас есть кое-что для мужчин. Must-have, must-have-ович. Да. Чтобы мужчины не чувствовали себя обделенными в марте, для них есть тоже шикарная новинка. Это Norful Man Oriflame, тоже парфюмированный спрей. Возьмите его с собой в спортивный зал и будьте безукоризненно прекрасны даже в спортивном зале. Аромат насыщенный, аромат такой напористый, я бы сказала, сильный. Но хочется сказать, что все-таки подарок для мужчин, потому что когда его вторая половина пахнет сочным инжиром, лилией и бархатной ванилью, это настоящий подарок для мужчин. Соглашусь. Света, ты как всегда права. Изысканный аромат парфюмированного спрея для тела Love Potion Blossom Kiss обволакивает подобно шелку.